В Приморье продолжается работа заявочной кампании для участия в премии «Звезда Дальнего Востока». Третья общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока» в Москве в декабре 2019 года. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премией поощряются лучшие работодатели, инвесторы, получатели дальневосточного гектара. По итогам регионального отбора планируется определить 99 полуфиналистов премии, которые войдут в золотую сотню перспективных лидеров, развивающих Дальний Восток. Три номинанта в каждой из номинаций будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения. Подать заявку абсолютно бесплатно можно на сайте премия-звезда.рф. Номинанты получат возможность перелета в Москву и размещения на период проведения премии, а также посетить ежегодный фестиваль «Дни Дальнего Востока». Покажите ваш Дальний Восток, станьте обладателем престижной награды.